Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и его пригороды. Сегодня я вам хотела сделать тур по нашей знаменитой теме, это приобретение недвижимости под сдачу на коротких срок. Сегодня день инспекции. Мы пройдем, там будут инспектора работать, но мы так аккуратненько все равно его посмотрим. У нас сегодня выдался такой момент. Расскажу про расположение, немножко по цифрам, прежде чем как мы пройдем посмотреть сам таунхаус внутри. Располагается в комьюнити, который называется Tuscan Hills. Это комьюнити курортного типа. Здесь есть клубхаус, волейбольные площадки, теннисные корты, детские площадки. И находится этот комьюнити в городе Девинпорт, недалеко от парков Диснея. В этом комьюнити есть и таунхаусы, и синглхаусы, то есть отдельные дома и таунхаусы. Ценовая категория, естественно, у них разная. Этот таунхаус был выставлен за 325 тысяч, а если уже покупать синглхаус в этом комьюнити, это уже нужно смотреть от 450. Ну и мы покажем вам, в принципе, в следующем видео в этом же комьюнити. Другой мой покупатель купил синглхаус, а сейчас мы уделим больше внимания таунхаус. То есть мы сравним два property, обе инвестиции очень отличные, разная ценовая категория, и мы их рассмотрим. В общем, по цифрам по этому таунхаусу я уже сказала, что был выставлен за 325 тысяч. На него было очень много офферов, больше 20 офферов на один дом в один день, вот на этот. Wow. Размер 1762 квадратных фута, что в переводе на метраж 164 квадратных метра. 4 спальни, 3,5 ванных комнаты. HUA $271 в месяц, для таунхауса это неплохо. В комьюнити, где происходит короткая сдача, я видела таунхаусы и $350 в месяц, и даже выше. Налог 3000. У нас входит в HUA обработка вот букашек, как это называется, pest control. Ухаживают за экстерьером таунхаусов, то есть это все на HUA. И facilities, то есть мы клабхаус тоже покажем. То есть это тоже все входит в HUA, что вы увидите в конце или где там Юля вставит. Ну, давайте сейчас пройдем и посмотрим внутри. Смотрите, он в таком тосканском стиле, да, все комьюнити в таком стиле. Если помните то видео, которое мы снимали дом у Аиши, да. То есть комьюнити очень похоже, просто находится в разных городах, но в принципе в одинаковой доступности до Дисней парка. Отлично. Здесь у нас инспекторы. Они сейчас работают. Проводят инспекцию, да, делают свою работу. Так, кстати, инспекция нам... Да-да-да, интересный вопрос. Да, инспекция нам чаще всего нужна. Иногда мои покупатели отказываются, если это дом буквально 2019 года, еще можно, они могут сами посмотреть и решить, нужна им инспекция или нет. Но этот таунхаус, кстати, я не сказала, что он 2006 года, здесь бы я уже всегда рекомендовала, чтобы прошла инспекция. Когда я прихожу со своими клиентами, а иногда и без клиентов, потому что клиенты, покупатели может находиться в другом штате, вот как, например, случай со Светланой. Я когда захожу, я риэлтор, я человек, я не профессионал, не инспектор, я могу каких-то вещей не заметить. Да. А инспектора, у них оборудование специальное, они проверяют, если есть какие-то, не дай бог, есть протечки. Они могут глазу быть незаметными, но они как бы проводят этими
приборами, да, и они могут сказать, что так, там где-то ванная есть наверху, например, протечка, нужно обратить на это внимание. Они проверяют крышу, тем более, если крыша старше 14 лет, от инспектора страховая компания ждет специальный отчет, который называется Wind Mitigation, чтобы понять, в каком состоянии крыша, и это будет влиять на сумму страховки. Инспектора проверяют бытовую технику, работает, не работает. Естественно, риэлторы этого не делают, а инспектора проводят здесь несколько часов на инспекции. Они приходят, проверяют стиральные, сушильные машинки, холодильник работает, не работает, посудомойка. Я знаю также сантехнику, трубы, электричество. Внутри. Если они какие-то старого типа, то тогда тоже, по-моему, страховка может от этого вырасти. Да, ну, да, это полиэтиленовые трубы, это к этому таунхаусу, да, это отдельная тема. Полиэтиленовые трубы ставили до 1996 года. Вот, там нужно очень внимательно смотреть, какие трубы. А здесь вот они проводят тоже инспекцию бассейна, оборудование к бассейну, то есть рабочие, нерабочие, есть ли протечки. То есть в данном случае инспекция очень важна. А вот интересный вопрос. А кто платит за инспекцию и сколько она приблизительно стоит? За инспекцию платит покупатель, причем инспектор, он является как третьим лицом, они заключают напрямую контракт, и покупатель напрямую платит инспектору. По цене я точно сказать не могу. Мы можем сейчас спросить, но это в районе 400-450 долларов, скорее всего. Да, в зависимости, стоит. Я думаю, от дома и от инспектора. Я правильно? Просто обычно остаюсь в стороне, то есть я рекомендую инспектора, может быть, даже двоих. Ну, вот чат очень хорошо работает, у него отменный просто отчет с фотографиями, с видео, все расписано, там листов на 30 у него отчет, и все ясно сказано, на что нужно обратить внимание, где-то недоделки, где-то трещины, где-то протечки и так далее, или все хорошо. Ну, все, пройдемте. Проходим мы, здесь у нас прихожая. Так, покажем прихожую. Такая получается от прихожей. Кстати, очень удобно. Очень много людей замечала во многих домах. Вот заходишь, и там сразу открытая зона, да? Нет какой-то прихожей, где можно раздеться, поставить, не знаю, обувь. Ну, у нас, конечно, особо одежды нет в прихожей. У нас вечное лето. Но вот здесь, вот, например, здесь находится сушильная и стиральная машина. Ага. Понятно, в стороне так. А знаешь, что хорошо, что когда стирает, то не слышно, в принципе, от спален далеко. Да, кстати, и в этом есть плюс. Хорошее замечание. Здесь у нас находится половина санузла. Так, половинка для гостей, такая гостевая половиночка. И а сразу, гараж. Не отходя от кассы, да, здесь у них что-то с машины, наверное, у хозяина заряжается. И гараж на одну машину. Ну, учитывая, что это таунхаус, в принципе, на одну машину гаража вполне достаточно. Да, я сюда уже впустила менеджера, который будет вести этот таунхаус. Он оценил, посмотрел гараж. Обычно в таких домах, которые будут сдаваться на короткий срок, любят делать комнату, игровую комнату. Да, ставят да, маленький диванчик, бильярдный этот стол или теннисный стол. Ну, в общем, ставят какие-то игровые. Да, делают да, игровую комнату, и он сказал, что как раз этого гаража сделать. Нормально хватит. Вот. Здесь у нас такой маленький, в прихожей маленький, такой, гардеробная маленькая, небольшая, как раз то, что нужно. Сюда можно поставить обувь. Здесь мы проходим гостиная, столовая, кухня, ничего лишнего. Кухня. То есть нет вот этих лишних комнат, которые мы не знаем, как использовать. Не говори. Обычно, да? Да-да-да. Мы можем придумать им нормальное название. Логическая кухня очень, пусть нет гранитных поверхностей, но она очень аккуратная, никаких царапин нет. Да, кстати. Очень аккуратная, чистая кухня. Бытовая техника белая, но она тоже, ты знаешь, в очень хорошем состоянии. Можешь сказать, новая. О, у меня такая же, только черная. Bosch. Вот. Хорошая машина. Да, это Bosch. Правда, видишь, немножко разные. Здесь Bosch, здесь General Electric,
здесь Вирпул, сборная солянка, но она как бы вся аккуратная, чистая, то есть даже холодильник, ух ты, посмотри-ка. То есть здесь живет человек, то есть здесь не сдается. Здесь владелец сам сейчас живет, они не сдают это на короткий срок, но это комьюнити зонировано под короткий срок. Да. Владелец сам живет. Очень все чистенько, аккуратненько, вся мебель остается, кстати. Мы покупаем этот таунхаус вместе с мебелью, за исключением, не отдали нам эти диваны. Ну, диваны, да, такие хорошие, видно, они кожаные, скорее всего, решили их забрать, поэтому... Там диван, наверное, стоит половину цены дома. Мало того, мебель, но еще и телевизоры, правильно, остаются? Все остается, да, все остальное остается, забираются личные какие-то вещи, бутылки с вином, наверное, заберутся, и диван, остальное все остается, как вот мы видим на камере. И все в очень аккуратном состоянии, видно, что... Аккуратный владелец. Часто я наблюдаю за мебелью там, где сдается, да, она быстро она немножко уже не в таком состоянии, потому что туристы все равно так не ухаживают, как за своим, да, вот владелец живет, и все очень чисто, аккуратно. Вот, здесь, значит, такая гостиная и хорошего размера. Она квадратная, то есть не узкая, то есть совершенно очень хорошо можно здесь вместить... Все, что хочешь. Все, что хочешь. Диван, кресло, барные стульчики, это тоже все остается. Картины даже, да? Светильники. Да, это все остается. Ну, это хорошо. Здесь есть выход к бассейну, мы туда позже выйдем. Пройдем. И также есть раздвижные двери. Так, проходим в хозяйскую спальню. Так, проходим в спальню, по пути мы попадаем, тоже еще кладовочка. Все такая утварь стоит. В этом таунхаусе две хозяйские спальни. Ну, как бы одна одинакового размера. Мастер-бедрум, да, то есть здесь на первом этаже, на втором этаже, кстати, очень удобно для пожилых людей, да. не все будут готовы бегать, очень много домов, если это двухэтажные, то все спальни на втором этаже, и более популярные дома, например, у людей, которые постарше, кто любит Дисней, дети, конечно. Да, люди постарше, правильно? Да-да-да. Вот, то есть это очень удобно иметь спальню и на первом этаже тоже. Вот одна из спален здесь, одна из четырех находится на первом этаже с таким шикарным видом на бассейн. Да, бассейн. Вот здесь бассейн. Ты можешь его посмотреть. Слушай, не маленький бассейн для таунхауса. Кстати, бассейн такой полноценный, как для дома. Вот да. Мы покупаем дома, и размер бассейна точно такой же, как для дома. Кладовочка. Небольшая кладовочка. Ну, слушай, тут, в принципе, не очень даже. Кладовочка. Вместительная. Так, здесь мы проходим в ванную. Так, ванная хозяйская. Не будем толкаться, да. Ага. Так, здесь две раковины. Конечно, не гранитные поверхности, вот это, кстати, мрамор. Но, тем не менее, все в таком хорошем состоянии. Очень ухожено так все. И здесь душевая. Душевая. Тоже такая аккуратненькая, знаешь. Все очень-очень цивильно. Комод. Проходим дальше. Так, мы на первом этаже мы закончили. Мы, в принципе, все посмотрели. Наверное, да? Поднимемся наверх. Все, второй поднимаемся. Этаж, и потом выйдем уже... После этого выйдем во двор. Так, здесь у нас постелен ковролин. И, соответственно, на всем втором этаже будет ковролин. Вот. Так. Вот еще одна, да, мастер-бедрум? Да, они буквально совершенно одинакового размера. Ага. Находятся одна над другой. То есть вот эта вся уже мебель остается? Мебель остается, да. Что нам Юра сказал? Что? Что лучше поменять? Queen. Честно говоря, для сдачи в краткосрочную аренду лучше иметь одну кровать, которая king size, то есть больше, чем вот эта. Здесь у нас queen, размер queen. Я, честно говоря, как это, ну, по размерам. По размеру в России, она поменьше. В России да. я не уверена, да. То есть вот эта чуть-чуть поменьше, чем та, которая нужна, но нам нужна хотя бы одна кровать, king, в чем, в принципе, побольше. Да, побольше.
Туристы любят хотя бы, чтобы в одной комнате была большая, да, очень большая кровать, потом такая, такого размера кровать, и обязательно должно быть какая-нибудь двойная, чтобы две кровати были для детей. Были. Раздельные, да. Но это все заменится, Юра поменяет. Ага. Так, что тут у нас? Ну, тоже гардеробная здесь, такая же точно, да, как на первом этаже. Да, одинакового размера. Так. Единственное, что я замечаю, что здесь, я не обращала на это внимания, здесь одна немножко по-другому спланирована. Да, в ванной по-другому, смотрите, здесь такая, вот уже ванная полноценная, можно сказать. А, и душевая есть, классно, смотри, здесь даже побольше получается. Здесь есть и душевая. А на первом этаже не было ванны. Да, да, на первом этаже не было. А здесь и душевая, и ванная. Поэтому вот эта поверхность, она немножко меньше. Да. Потому что поставили ванну, да, и да, нет, раковина, двойной раковины. Угу. Ну, не страшно, молодцы, что так продумали, в принципе, это хорошо. Так, здесь везде тоже телевизоры. Так, а мы дальше проходим. А что здесь у нас? Кондиционер. Ага, так, здесь у нас центральное кондиционирование. Можно что-то еще чуть-чуть поставить немножечко. Юля, я не буду открывать. Так, открывается здесь необыкновенный жалюзи. А, здесь какие-то особенные? Слушай, да видно, кстати. Нет. Кстати, все видно, так что пусть все они так бумажные, поэтому остается. Я не хочу, чтобы они как-то упали. А, посмотри, как они работают. Как гармошка. Как гармошка, видишь. Прикольно. Ну, вот. Окей. А то я смотрю, нет веревочек. Слушай, это что-то новое, здесь я такого не видела. С видом на бассейн, да, и на и соседей. На соседей. Там уже другой комьюнити, это да, не Tuscan Hills. Так, здесь, кстати, между прочим, мрамор. И вот хоть где-то смотри, как... О, это удобно, кстати. Окей, будем знать. Прикольно. Значит, здесь гардеробная. Гардеробная, так, здесь раздвижные это как двери. Слайдинг дор. Раздвижные двери. О, поиграться можно. Так, все понятно. Кстати, спокойно можно ту кровать поменять на эту, а вот эту уже, вернее, а туда поставить большого размера кровать, да, а эту уже можно будет продать. То есть здесь нужно обязательно большого размера кровать. Но именно... это тоже квин, правильно? Это нет. Нет, это меньше. Это да? Меньше, да. Это меньше. Это твин называется, я да? Я думаю, это или твин, или фул. Я на самом деле в них не очень. Я тоже. В размер кровати. Ну, короче, это меньше. Понятно. Это поменьше, чем квин. И вот здесь, смотри, вот в четвертой комнате. О, как классненько. Вот как раз то, что нужно две небольшие кровати. Вот это твины. Для детей вот так вот. Очень уютненько. Да, вот это твин размер. И еще там уголок. Уголок такой. Большая комната, да? Да. Как да, хорошая больше. Комната, да, и тоже гардеробная, смотри, с окошком. Гардеробная. С таким маленьким окошком. Ага. Прикольно. Размер хорошей гардеробной здесь да, у нас ничего да. нет. Для детей, так вот, все. Здесь пылесос. Это все, кстати, тоже остается, и пылесос в том числе. И мебель остается. Да, да, и да. Последняя ванная комната, ага, последний так, санузел. Так, так, так. Здесь одна раковина, здесь стандартная ванная уже, окошко есть. Ну, так все мило, очень чистенько. Мне нравится, что здесь прям чистенько видно, что хозяин следил за домом. То есть такой бизнес можно купить, сейчас, одну секунду, можно его купить и сразу вести бизнес? Да, и сдавать. После дня закрытия сделают? Можно сразу сдавать. Угу. Так, я еще хотела обратить внимание на полы. Сказать, что мы сначала подумали, что это плитка травертин, а на самом деле это, скажи мне, линолеум, типа линолеума. Нет, нет, нет. Ламинат нам сказали, но я не уверена. Что смотри, это. Смотри, видишь швы? Оно да. как ламинат. Это ламинат. Типа такого. Виниловый, как будто бы. Наверное, я бы сказала, виниловый. Я не знаю, я тоже подумала, что это травертин, но. Но нет. Вот где плитка. Вот обычная плитка стандартная. Ну что ж, смотрится хорошо. Пройдем в зону бассейна. Да. Так. Что мы видим сразу? Обеденная зона у нас имеется. Лежачки, стульчики.
И вот он бассейн. Ну, посмотри, размер бассейна, да, действительно. Большой как дома. Бассейн, да, хороший. Потому что в таунхаусах обычно размера. Я вижу лужицу маленькую. Да, ну, там так или, и есть. Или хаттап они называются, да, стоят, да. Или маленький такой с размером с джакузи, вот такие джакузи, бассейны. А здесь прям полноценный хороший часто. Бассейн. Угу. Бассейн подогреваемый. Ой, это классно. Это классно. Подогревается газом. Угу. Вот мне очень нравится отсюда вид. Да. Нет прям вида, находится на возвышенности. Да, да? Мне это нравится, что на холме находится дом, и соседи, они уже как бы внизу получаются. Угу. А ты такой очень король. Хочу. А ты такой король сидишь. Да. Ну, я имею в виду, не в этом случае, не в этом смысле, но я имею в виду из-за приватности. То есть, да, 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 да. Приватный. А тут еще, вот видите, они закрыли для приватности нижний ярус чем-то, пленочкой. Просто и причем нет близко стоящего дома, посмотри. То есть да, поле. Да, там просто поле. Американское поле. Все. Опять-таки накрыто сеткой. Сеткой накрыто, это хорошо. От листьев, от москитов, так что очень удобно. Место есть, где поставить, в принципе, и небольшую, может быть, какой-то этот, ну, не кухню, мангальчик. Конечно, да, место здесь очень большой двор. Тем более, честно мангал говоря, очень любят. Я не сказала. Туристы. Вы знаете, по акрам можно говорить по поводу домов, потому что это таунхаус, да, здесь, да, да. Да. Но посмотри, действительно, он стоит, этот таунхаус, на 0,7 акрах, вот именно, угу, вот сам дом. Вот угу. Эта часть, да, от дома. Но на самом деле, я думаю, что очень хорошо распланировано именно бэк-ярд, большой, да, размер, да. И размер таунхауса больше, чем достаточно. Да, слушай, вот у меня такое ощущение, что ощущение дома, а не таунхауса, настолько он какой-то я такой тоже, обособленный. Да, у меня было такое же ощущение, конечно. И, в принципе, достаточно большой и светлый, потому что часто у таунхаусов проблема со светом, угу. Потому что они идут как пенал. Угу. Вот этот, кстати, не как пенал, да. А такой квадратненький, как домик, да, и бассейн большой. Еще находится он, вот мы когда, может, мы сейчас проедем, угу. Он находится еще в такой, это называется кулдесак, то есть, ага. Непроездная дорога, да, вот да, они да, как да, стоят да. Вот таким вот кружком, да, то есть сюда не будет никто мимо проезжать этого. Классно. Таунхауса, очень такое оно прям в уголке приватно. Где-то стоит. Приватно, да. Угу. Ну, в общем-то, мы все посмотрели, что, скажем, заключительное слово. Мне очень понравилось. Очень хороший район. Юля укажет карту, да, где это да, находится, да. Чтобы вы приблизительно представляли. Район хороший, Девинпорт хороший, такой туристический коридор, я могу сказать. Да, 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 вот да. Именно туристы любят Кисими, Девинпорт и юг Клермонта. Вот как раз вот этот вот треугольник очень популярен у туристов. И, честно говоря, это есть и те районы, которые зонированы под этот вид бизнеса. Да. То есть не везде можно в Орландо сдавать. Да, где-то в центре, там, да. В Метро-Вести где-то, например, нельзя сдавать. Вот в этих трех домах они относятся как раз к тем каунти, где можно сдавать. Это все находится в районе Диснейленд. Мне очень нравится уже брать дома практически готовы к бизнесу, потому что, чтобы обставить такой дом с нуля мебелью, это будет 1030 сейчас, да, стоить, да, минимум. Да, да. Мебель сейчас очень дорогая, ее нехватка. Иногда, кстати, приходится ждать долго, да? Приходится ждать деньги. Долго, если хочешь там подешевле варианты взять, потому что, ну, что нужно для туристов, да, варианты подешевле. Угу. Вот, дорогой мебель, естественно, не будешь ставить. Вот, если искать какой-то подешевле вариант, посимпатичнее, это нужно заказывать и ждать. Сейчас очень большая нехватка всего инвентаря, да, в магазинах. Поэтому я считаю, что лучше уже искать дома или полностью меблированные, или хотя бы часть мебели была, и там, да, что-то уже докупить. Конечно, конечно. Вот, обязательно должен быть бассейн, туристы любят, чтобы был собственный бассейн, помимо того, что клабхаус, и мы проедем сейчас, клабхаус покажем. Да. Плюс подогреваемый, чтобы он чтобы был подогреваемый, да. Угу. Тогда подогреваемые бассейны, они зимой уходят в первую очередь, чем те дома, которые не у которых нет подогреваемых бассейнов. Но, кстати, это не проблема, если
Это не должно быть очень дорого причиной, почему не нужно делать оффер на дом. Если, например, дом очень понравился, но бассейн не подогреваемый, это стоит 4500, устанавливается достаточно быстро, устанавливается специальный подогрев бассейну. 4,5-5 тысяч. Ну, оно окупается, потому что это дополнительные, конечно, как бы фи идут, если туристы снимают. То есть это неподогреваемый бассейн, если действительно дом хороший, не должен быть, как мы говорим, deal-breaker, да, то есть, ну, все равно нужно обратить внимание на другие детали дома, если все нравится, лучше, конечно, подавать офферы. Ну что ж, мы сейчас проедем в другой дом. Уже дом, частный дом. А на этом мы с вами прощаемся. Я надеюсь, что вам понравился вот этот таунхаус. Вы привыкли смотреть, конечно, частные дома, но вот мы решили вам сделать обзор, как выглядит таунхаус и какие плюсы-минусы. Опять-таки, плюсы-минусы то, что HUA ухаживает за, за ландшафтом, за экстерьер, да, ну, за... Ну, экстерьером. Экстерьер, да. За экстерьером, за ландшафтом. Да, это все на HUA. Ваши только внутренние. Что хорошо. Да, что хорошо. И ваш бассейн тоже. Ну что, на этом прощаемся. Всем доброго времени суток. Вечера, утра. Я уже забыла, какое у меня сейчас время. И проедем к следующему объекту. Пока. Пока-пока.